И настал тот день, когда Слава Спец опять взялся за работу. Я приехал в порт поднять много денег и доказать вам, что на первоначальных работах все-таки можно заработать много денег. Братан, если ты хочешь прокачать данную работу, на это у тебя уйдет 2 дня по 8 часов. То есть тебе нужна випка Platinum, чтобы X2 была прокачка, а также нервы, терпение, естественно, ну и чтобы было желание. А если ты еще не играешь у нас на проекте, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер и заходи в игру. А для комфортной игры тебе будет нужен самый лучший промокод, который ты увидишь на экране. Вводи его и становись самым богатым человеком в нашем штате. А я играю на сервере Strawberry. Залетай, будем играть вместе. Я, короче, решил поработать весь день. Просто весь день пахать и доказать. Ну, реально можно заработать себе на первую тачку. Не нужно идти в казик, сливать свои бабки и просить, чтобы я вам заколол. Естественно, если ты хочешь поиграть со мной в том прекрасном заведении, переходи в мой Discord, а также телеграм-канал, который будет в закрепе в комментариях. Во. Братва, не забывайте ставить лайки за мои старания, за то, что я вам делаю крутой контент. Ну, конечно, не самый крутой и лютый, но все-таки не каждый будет делать такой контент, который делаю я. Вот. Не каждый будет работать, пахать. Я не тот ютубер, который говорит, я играю на сервере Strawberry. По факту не играет. Ну, а я-то играю. И тут все сказано. 92 уровень. Я играю на сервере Strawberry уже 4-й год, так что я вас жду здесь и будем играть вместе. Но я не играю так активно, как играл раньше. Ну и все-таки я играю где-то вот, работаю, на пожарке бывает катаюсь. Даже не в X2, но у меня прокачанные реднеки. Чтобы прокачать реднеки, у меня есть видеоролик на канале. Здорово. Вот, также работы все у меня есть, ролики тоже прокачанные, тоже рассказывал, как и что нужно делать. Так что стремись, не надо там ныть, говорить, вот там не заработать денег, там то. Для этого нужно желание, а не сидеть ныть, или же идти искать выход, там идти в казик, пытаться что-то поднять, а потом говорить, что вот какая игра плохая. Так что, братва, я буду фармить, и в конце рабочего дня мы подведем итоги, сколько я заработал за день бабок. Вот, и хочу, чтобы вы тоже стремились к этому и зарабатывали тоже бабки. Ну что, братва, вот и вечер. Что вам хочу сказать? Я устал. Ну, короче, за весь день я 3 раза уходил там. В магазин ходил, короче, где-то минут 40 меня не было. Потом ходил на кухню, короче, 1.5 часа меня не было. И раз я на 2 часа ушел. По бейсболам 56 штук. Вы 56 штук, вы что, издеваетесь? Зачем мы качали реднеков 5 уровня? Чтобы там прибавили на 0,001% больше делаете? Вы что, издеваетесь? Тут как минимум 150 обезболов, хотя бы 100, хотя бы можно было за такое время залутать. Сейчас момент истины, сколько я заработал? 534 тысячи. Закончить. Нормально я залутал. А теперь я хочу кое-что проверить. Вот 534 тысячи, да? Сейчас мы это все вобьем в калькулятор. Сколько тут за час выходит? $264 за ящик. Сейчас вот я возьму ящичек. И за сколько ходок вышло вот столько обезбола? 306 745 ходок я сделал. Без всяких реднеков было. Столько же, наверное, можно было бы налутать обезбола без реднеков. Ну, 100%. Так, теперь у меня... Хочу выставить не за 1800, а за 1850. Ну, чтоб чуть-чуть маленько больше залутать все-таки. Я тут пахал, трудился. Но я вам скажу, что... В любом случае, порт — это не топ-1 работа. Завтра я пойду на другую работу, то есть это уже будет следующая серия. Вот. Я за 6 часов столько денег заработаю. Тут я больше времени потратил, абсолютно больше. Вот если бы я работал там столько времени, я бы сегодня лям 100, лям 200 бы точно бы залутал.
Причем также на 5-м уровне. Так, все, я еду на почту. Братишка, а ты не забывай ставить лайки за мои старания. Ведь я никакие там 10 минут не работал, не высчитывал, сколько можно заработать. Я реально отпахал, отработал. И вот вам результат того, что, ну, я это сделал, я вам показал. А прикиньте, без X2 еще что-то говорят, что порт выгодная. Да не выгодный порт. Ну, как бы, да, там выгодно для кого-то там. Я считаю, что даже пожарный 100 раз лучше. И там можно больше денег заработать. Вообще спокойно, больше, намного больше. И вот так. Норм, я думаю. Опубликовать. Ну, интересно, через сколько ее купят? Сразу же или потом? Ну вот, я и дома. Короче, за день я заработал. Я даже не считал, сколько я часов работал. 637 тысяч. Завтра я буду также работать, что-то делать. Но уже на другой работе. И, естественно, я там заработаю намного больше. Вот, и вам советую также, пока на проекте действует X2, у кого прокачанные работы, прокачанный Redneck, дерзайте, зарабатывайте на свою мечту, на тачку, на шмотку, или там копите баб до 20-го или какого там числа, не помню, чтобы купить ракушки, купить себе там вот такие вот крутые штаны, вот, вот такую крутую кофту. Вот, если, конечно же, у вас есть желание, или же копите себе на тачке, вот, например, можно купить вот такую BMW за 5,8, спокойно можете заработать деньги даже больше. Вот такой прекрасный Mercedes, гелик, и, в принципе, по вашему бюджету даже можете заработать на такую, они там по 7 миллионов продаются, классная Audi. Братан, прожимай лайк, подписывайся на канал, пиши свои комментарии. А с вами был Слава Спец, я играю на проекте GTA 5 RP, все ссылочки будут в описании. Всем до скорой встречи и всем пока-пока.